Слушай, нет, не успел. Не успел почитать. Давай сейчас голосом мне скажи, я отвечу, это будет быстрее. Давайте я вкратце, да. Так, сейчас открою. Ну, в общем, они пишут то, что они почти 20 лет работают по Европе и плюс офшоры. Вот, он решил, понял, что не предоставляет номинальный сервис и так далее. Он говорит, если клиент, ну, то есть собственник, да, кто хочет заказать компанию, если он сам предоставит человека, на которого зарегистрирован. Пожалуйста, вот. Вообще не проблема. Я у него, то есть, спрашиваю, говорю, то есть, этот человек будет там каким-то реальным гражданом СНГ, это ли будет какой-то там панамец, да, который учится в штате одной из там компаний, занимающихся. Так а нам все равно, они же предоставили, мы зафайлим, все, какие проблемы. Ну, потому что я не спрашиваю, что у вас за клиент, он говорит, что мы работаем по Европе, как бы в Америке интересно, у нас вот есть три типа клиента. Ну, имей в виду, если они захотят открывать сами счет, тогда он должен будет приехать, то есть должен быть реальный человек. Ну, да, я понял. Ну, я сейчас зачитаю, но он писал три варианта наших клиентов, говорит, какой типа есть, за какой из них по подходе, за какой вы готовы браться. Он говорит, бывает три варианта, говорит, типа, первый, если можно, говорит, можно представить какого-то экономца или сейшельца, который будет еще в других компаниях стоять, то прекрасно, таких клиентов у нас очень много. Вот. Но мы не предоставляем людей, мы это уже с тобой обсуждали. Отбой. Давай второй вариант. Второй вариант. Так, если своих людей пусть дают, нет проблем. Вот, то есть, если второй вариант, если клиент захочет поставить там какого-то родственника, друга там и так далее. Можно. Тоже получается не проблема. Не проблема. В общем, грубо говоря, если будет какой-то сейшелист или панамец, если они сами его дают, да, то не проблема. Да, да. Угу. Ну тогда все, тогда угу. Я пишу, что все подходит. Угу. Давай все еще нормально. Какие-то вопросы есть? Не, все. Ну все, договорились. Все, пока. Спасибо, на связи.